Господин председатель, Украина голосовала против резолюции, которую предложила Российская Федерация по следующим причинам. Просто не согласна с тактикой, цель которой отвлечь внимание от серьезного содержательного проекта резолюции, который имел бы непосредственное отношение к тому, что происходит на земле и помог бы прекратить резню в Алеппо. Тот документ, который вы предложили, ничего практически не говорит о событиях, которые связаны с опустошением Алеппо. Это весьма цинично, принимая внимание тяжелейшее положение этого города, который является символом Сирии. Мы также решительно осуждаем такую попытку поставить на голосование проект резолюции, который вообще не обсуждал в Совете Безопасности. Я благодарю вас.